Вот и подошли к концу новогодние праздники. Все наелись салатов, мандаринов и хорошенько отдохнули. А вообще зима очень щедра на праздники, как официальные, так и неофициальные. И среди последних особое место занимает Старый Новый год. А отмечают ли жители города Орехово-Зуево этот праздник? Пойдем узнаем. Это замечательно, что мы имеем такую возможность дважды проводить и встретить. В семье мы его раньше всегда праздновали. Приезжало очень много к нам друзей, гостей. Нам очень тяжело собраться, но с родителями мы все равно отмечаем. Ну, в детстве, да, если честно, на Новый год постоянно. Раньше, я не знаю, как сейчас это соблюдается или нет у молодежи, мы ходили каледовать. В детстве отмечали с родителями, с родственниками. Сейчас, на данный момент, мне кажется, нету никаких традиций. Отмечаем дома с детьми. Что-нибудь вкусненькое готовим. Мультики смотрим. Вот так по-разному жители города Орехово-Зуево относятся к этому празднику, Старому Новому году. А как собираетесь его отмечать вы?